Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Банковские накопления кировчан за год выросли на 7,5%. По данным на 1 июля, жители нашего региона хранят на счетах 154 миллиарда 200 миллионов рублей. 6% из этой суммы в иностранной валюте. Сумма на валютных вкладах кировчан за год выросла на 10%, рассказали в Кировском отделении Центрального банка России. Рублевые сбережения составляют 145 миллиардов, за год на 7,3%. Отмечу, что ставки в кировских банках сейчас в среднем 5-6% годовых. Программа «Экономика». Кировские предприятия начинают сотрудничество с крупнейшим машиностроительным кластером России. Он находится в Татарстане. Представители его недавно побывали в Кирове с бизнес-миссией. Они отметили, что заинтересованы в сотрудничестве с нашим регионом и могли бы разворачивать здесь новое производство или отдавать на аутсорсинг кировским предприятиям различные заказы, например, производство продукции или комплектующих. Представители кластера уже провели переговоры с заводом «Молот» в Вятских Полянах и с «Красным якорем». А на встрече в Кирове присутствовали представители «Лепси», «Волга Термолазера» и «Вят Автодора». В машиностроительном кластере Республики Татарстан состоят более 300 предприятий и организаций. Их оборот около 700 миллиардов рублей. Основные направления – машиностроение, нефтепереработка, нефтехимия, энергетика и энергосбережение. «Экономика» на 101 FM. Житель Советска добился выплаты в 250 000 за сверхурочную работу. В правоохранительные органы с жалобой на нарушение трудового законодательства обратился работник компании «Прогресс». После проведенной проверки выяснилось, что на протяжении почти 4 лет мужчина работал в выходные и праздничные дни, но не получал стимулирующие выплаты. Общая их сумма составила 250 тысяч рублей. Прокурор Советского района внес руководителю компании представление. И работнику выплатили эту сумму. Экономика. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 73 рубля 17 копеек, евро 86,65. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.